90-м году была построена и рассчитана на посещение более 5 тысяч человек в смену. Самая большая питьевая галерея в Европе считается. Ну, здесь выставки проходят и продают все что угодно. Всего 3 вида. Синтекинолы, номер 4. И вон там 17-я. Можно теплое, горячее и холодное. Так выглядит сверху в виде шайбы. Находится на территории санатория Виктория. Вход сюда свободный. Оранжерейки даже есть. А это специальные кружечки с носиком. Так как водичка-то полезная, а для эмали зубов она разрушительная. Конечно, ничего не соблюдается, но вот технологические перерывы большие. Причем такой режим работы во всех питьевых галереях и сундуках. Это источник номер 4. Находится в курортном парке. Режим такой же. Не соблюдается. Перерывы большие. Но хоть стаканчики подают. А вон там дальше находится 17-й номер источник. Там и продают стаканчики. Вот также в курортном парке находится источник номер 17. Но там стаканчики не продают. Thank you.
теплые, там холодные. Все здесь сделано, там вход, а здесь обязательно выходить. С той стороны зашел, а это выход из 17-го источника. Оказывается, вот этот источник номер 17, он социальный, и здесь запрещена продажа всего. Номер 4 в курортном парке принадлежит, это частный уже, это принадлежит санаторию Виктория. Во всех остальных. Вот он единственный 17-й источник социальный, в котором все запрещено. Такие дела. Ну и лайфхак, и стаканчик нужен. Вот, тут с той стороны там есть кофе продают. Я зашел, хотел купить, но мне дали бесплатно стаканчик.